Всем привет! Вы на канале Фурдмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим выпуск 33-й Country Balls от Arts Animation «Срочные новости». Срочные они очень срочные, потому что, серьезно, народ, вы бьете все рекорды по количеству просьб. Я, если честно, просто в шоке, что постепенно, походу, мне придется писать целую книгу рекордов просьб, потому что каждый новый выпуск Arts Animation просто бьет все мыслимые и немыслимые рекорды по количеству комментариев и спама. Это, если честно, поражает. Ну что ж, давайте посмотрим, что ж такого интересного происходит в данном выпуске, что его так часто просили. Поехали! 3, 2, 1, погнали! Я такой... вкусный обедик. Это просто туристы, а не военные! Россия, я думаю, ты добавил много соли. Это вредно. Знаешь, соль даже иногда называют белой смертью. Белая смерть? Господи, сколько Финляндии! О боже мой, нет! Я бы тоже испугался, если бы увидел такую картину у себя в салонке. ТВ УССР. Ладно, посмотрим. Что ж такого интересного? Чернобыльская атомная электростанция сильно взорвалась. Все убегают. Сильно взорвалась. Эвакуируйтесь в места, которые не Беларусь. Я повторяю. Стойте, тут дополнение. Холера. Выяснилось, что бах-бабахи были на самом деле салютами, спонсируемыми, доброжелательными советскими властями. Кроме того, Голодомор был полностью капиталистической манипулятивной ложью. Блять. О, контрибол из... Нана, получи ахахах. Германии я тоже так могу ахахах, Нана. А-а-а, бастарда. Италия, ты от... Бастарда, как посмел. А-а-а, ахахах, Совет Юнион Сакс. Гык, не понял. Чё ты ещё не помер? Кому-то пипец. Японии, помоги, пожалуйста, мне. Очень надо, очень при очень. Я занят. Идзи сюди, собяка. Тя. Ща. Засистайся. Сильна Япония. Ой-ой. Нани? Нани? Ну что ж, ребята, в целом это был довольно-таки неплохой выпуск, конечно, да. Солонка, белая смерть, финский снайпер. Довольно-таки неплохая шуточка, в том числе и, конечно же, концовочка, где бедную Японию подбили США. Нани? В общем, Arts Animation, респект себе и лайк, это очень годно. Да, радует, что он использует различные мини-комиксы, которые для такого формата подходят прям реально идеально. Ну что ж, надеюсь, что следующий выпуск окажется более бомбическим, хотя куда еще более бомбическим, когда Японию уже бомбанули. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Всем удачи и всем пока!